Одно из важнейших изменений – введение новых маршрутов. Это номер 1 и номер 11. Они будут курсировать по Курортному проспекту, улице Виноградной, Донской, Транспортной и Яна Фабрициуса. Номер 1 будет ходить с Донской в сторону Краснодарского кольца, а номер 11 будет идти ему навстречу, начиная двигаться с Донской в сторону Виноградной. Соответственно, будут отменены дублирующие их номер 1, 17 и 47. Еще одним нововведением будет перевод части пригородных маршрутов на городские, многотарифные. В частности, это касается Адлерского и Лазаревского направлений. Например, маршруты номер 125 и 155 станут городскими. Таким образом, льготники смогут пользоваться проездными и доехать до Адлера и Лазаревского со скидкой 50%. Также в городе планируется замена автобусов малой вместимости. Это «Богданы» и «Хюндай». На их смену придет транспорт, оснащенный кондиционерами, пандусами для маломобильных пассажиров и терминалами для безналичной оплаты проезда.